Это ее уровень развития. Понимаете, все женщины, они очень привлекательны с точки зрения работы, и у женщин есть хорошие способности работать, у всех природные, врожденные. Способности и возможность работать — это разные вещи. Поэтому происходит обман. То есть женщина приходит на работу, видит ее способности, то есть да, она сможет вот это сделать, она показывает эти способности. Вот. А потом она не хочет работать просто, потому что женщины ленивые по природе, особенно на работе. Им очень трудно что-то делать, потому что это их, не их природа. Они вот, допустим, крокодил на суше плохо себя двигается, у него там нет силы. В воде он сильный. Поэтому, когда крокодил в воде находится, никогда тигр не сможет с ним сладить. А если он на суше, он его заломает два счета. Так и женщина, она в семье очень сильная, в семейной, в личной жизни женщина очень сильную позицию имеет. А на работе слабую. Это не ее среда. Она там чувствует себя плохо, и поэтому в основном у женщины есть четыре стадии. Первая стадия — интересна, вторая — устаю, третья — надоела, четвертая — ухожу. Поднимите руку, у кого у женщин вот так в жизни происходит. Говорите, видите, у вас дочь не одна такая. Спасибо большое.